Итак, ребята, вашему вниманию супер крутая технология от компании Lectorium. Нейронет. Короче, смотрите, как работает автооператор. То есть у нас есть доска, еще одна доска есть, преподаватель. И оператор фокусируется на том, что пишет преподаватель, и то же самое делает нейросеть. И вот мы сравниваем работу нейросети и оператора. То есть все почти то, что. И ручная работа, и автоматический режим съемки с помощью нейросети делают примерно то же самое, но оператору можно не платить. И вот еще автослайд, еще очень одна крутая технология от компании Lectorium. Это вот. Вот только ради этого можно было сюда ехать. Итак, это очень крутая технология. Да, вот спикер видит слайд, прям на нем что-то показывает. Ну, в идеале, мне кажется, было бы, чтобы спикер, ну, монитор бы чуть справа стоял, но не суть. Суть в том, что вот делает автослайд. Он выделяет руку и потом ее накладывает. Блин, за этим будущее, короче. За этим стопудовое будущее. То есть четкость изображения гораздо круче стала.